Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. По моим наблюдениям, испанцы очень любят свинину и кроликов. Какой магазин ни зайди, половина, а то и больше мясных прилавков заполнена свининой, а кролики бегают по дорогам так же, как в России, например, кошки или собаки. С другой стороны, возможно, дело в том, что это самое дешевое мясо после курятины. Ну, судите сами, шейк свиная стоит бескостная 5-6 евро за килограмм, а какая-нибудь бескостная говядина, тазобедренный отруб, ну, 9-10 это минимум, причем это самое низкого качества кусок. Если что-то такое приличное, ну, 11-12 вы не доположь. Отличные свиные ребрышки можно купить примерно 5 евро за килограмм, а хоть сколько-нибудь приличные говяжьи только начинаются с 11. Возможно, поэтому огромное количество рецептов в испанских кулинарных журналах, книгах из свинины. Я их регулярно штудирую, и вот однажды мне попался очень интересный рецепт грудинки. Просто так повторять его мне показалось скучным, поэтому я решил на его основе немножечко пофантазировать. Так что сегодня проба придуманного рецепта. Мне понадобится маложирная грудинка с удаленными ребрышками. Специально выбирал, чтобы мясо было побольше, а сало поменьше. Кроме того, много чеснока, рисовый уксус, мед. А на гарнир картошка, лук-пари, розмарин и помидоры. Рецепт предполагается простой, я надеюсь, что результат мне понравится. И вам тоже. Приступим. Для начала чеснок. Часть у меня пойдет к свинине, часть для гарнира. Для свинины нарежу пластинками. Ну, а для гарнира порублю довольно крупно. А часть вообще оставлю в шкурке. Про розмарин-то я сказал, а у меня его в заначке нет. Поехали за розмарином. Раньше я розмарин выращивал на клочке земли рядом с домом, но из меня садовод, мягко говоря, не ахти. И если первый год все росло просто прекрасно, на второй год начал немножко загибаться, то к третьему году уже ни черта там не осталось. Что я выращивал? Я выращивал розмарин, я выращивал тимьян, я выращивал шалфей. И вот шалфея жалко больше всего, признаться честно, потому что розмарин и тимьян, как казалось, у нас прекрасно растут на горах. Ну, сейчас мы подъедем, немножечко пройдемся и соберем там. Ну, увидите все. Сейчас пройдем немножко по горке и нарву зелени. К слову сказать, у нас сейчас зима, 8 января. Ошарашит солнце, и температура градусов, наверное, 13-14. Такие погоды у нас здесь зимой. Так, ну и вот они, кусты, заросли, смотрите. О, какие кусты! Смотрите. Красота! Пахнет чудесно совершенно. Видите, и выращивать ничего не надо. Больше всего, конечно, я жалею шалфеи. Вот шалфеи я пока здесь в горах не нашел. Ну что, пойдем на кухню. Продолжу процесс. Слушайте, пахнет отлично. Розмарин уже сполоснул. Часть надо порубить помельче. Свинину проколоть в нескольких местах. И нашпиговать чесноком. Соль, перец, розмарин и немного оливкового масла, чтобы равномернее ароматы распространялись. А теперь туго свернуть в рулон. А можно было бы уже отправлять в духовку, она у меня разогрета до 200 градусов. Но сначала, чтобы быстрее жир вытапливался, старательно проколю шкурку.
Нагрев верхний, нижний. Всего мясу запекаться часа 3. Сначала минут 20 при 200 градусах, а потом понижу до 180 и подержу еще полчасика. Ну, а затем уже буду понижать еще сильнее. Чтобы время не терять, подготовлю пока все для гарнира. Картошку взял мелкую, с тонкой шкуркой, поэтому чистить не буду. Розмарин и рубленый чеснок посолить от души. Добавить ароматного оливкового масла. Не представляете, какие сейчас ароматы стоят, а? Просто чудо. И все это к овощам. Вот сюда. Отлично. Пусть все приплетается розмарином и чесноком. Помидоры порезать. Вот так. Главное, чтобы у вас был большой острый нож. Самурай Хайкарбон Мови, сами понимаете. Помидоры к овощам и чеснок прямо в шкурке. Очень люблю печеный. Все, пусть полежит пока. Ждем. Прошло 50 минут, как я и говорил, первые 20 при 200 градусах, затем еще полчасика при 180. Из мяса вытопилось немного жира, шкурку надо смазать. И сейчас температуру понизить до 160. И жду еще час. Час прошел, значит, пора в духовку овощи отправлять. Через час уже можно будет садиться за стол, но мы с вами встретимся немножечко раньше. Сейчас прошло 45 минут. Надо подготовить смесь для смазывания шкурки. Мед, рисовый уксус и соль, как усилитель вкуса. И все смешать. То есть последние 15 минут запекаться свинина будет обмазанная вот этим соусом. Отлично. Посмотрим, что там с мясом. Ой, какая красота. Смазать как следует со всех сторон. И свежего розмарина положу к овощам для усиления аромата. Ранее положенный, то уже видите, весь поблек. Температуру поднять до 200. Супер! Через 15 минут садимся за стол. Кстати, все подрумянить можно, использовав верхний гриль, если у вас есть в духовке. Ну и что вы думаете, вкусно это или нет? Вот этот вот кусман я сейчас отрежу. Сочный такой. А шкурка хрустящая, но ее не буду пока. Чтобы не хрустеть на камеру. Ну, пахнет свининой, с чесночком, с розмарином. Очень мягкая.
очень нежная, прям классная, чесночная такая. Ой. Шкурку надо все-таки, наверное, Усман, попробовать. Чекрыжить шкурку. Она же с рисовым уксусом и с медом, наверное, очень классная. Жестковато немножко. Немножко жестковато. Но все равно вкусная. Так, ну и картошечку. Вот эту вот подпеченный край, смотрите, какой. Ой, какая красивая какая. Аромат печеной картошки. С чесноком. Чудо! И с розмарином, конечно. Такую картошку с луком пореем, который сладкий, кстати говоря. Он же сладкий. Угу. Можно даже как отдельное блюдо готовить. Без вот этой свинины. Но со свининой это вкуснее. Так что готовьте. На этом позвольте закончить. Считаю, что эксперимент удался полностью, целиком. Могу смело порекомендовать. Воспользуйтесь промокодом Фреска, чтобы получить классные скидки, приобрести вот такие вот ножи или вот такие. Супер нож, огромный. Мой хайкарбон, мой любимый. Сэкономить это приятно. Спасибо за компанию. Всем пока.